первой гимназии сегодня прошел необычный урок. В роли учителя выступил генерал-майор Михаил Колесников. Всю свою жизнь он посвятил службе Родине. Окончил военное училище, затем академию. 25 лет он прослужил в вооруженных силах, 14 в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. В общей сложности он отдал военной службе 38 лет. А сегодня Михаил Колесников занимается инспектированием воинских частей и военных комиссариатов. А еще дает в школах города вот такие уроки. Уроки мужества. Нашу группу инспекторов нацелили на то, чтобы мы принимали активное участие в вопросах формирования, воспитания, мировоззрения в части касающейся любви к армии, поднятия престижа вооруженных сил и воспитания молодежи любви к армии. На уроке генерал-майор также рассказал о великих полководцах, не обошел стороной и 73-ю годовщину победы под Сталинградом. Такие же уроки Михаил Колесников уже провел в 6-й и 8-й гимназии, на очереди 23-я и 24-я школы. Добавлю, что подобные встречи с военными и ветеранами разных войн будут проходить во всех школах города в рамках месячника военно-патриотической работы. Он продлится до 23 февраля.